Вчера во время прямого эфира в Инстаграм мэру Хабаровска Сергею Кравчуку пользователь под именем Антон КХВ-27 задал два вопроса по поводу дома номер 122 по улице Тихоокеанской. Он посетовал на то, что санитарная обработка подъездов не производится, а придомовая территория очень грязная. После этого Инстаграм-эфира мы также связались с Антоном и решили уточнить подробности. А сегодня Сергей Щербаков побывал по указанному адресу. Ему и слово. Вот эта улица, вот этот дом. Тихоокеанская, 122. Мы решили приехать и на месте выяснить, как обстоят дела с уборкой подъездов и что происходит вокруг дома. Есть еще одна задача – попытаться поговорить с Антоном, но пока у нас не получается. Как нам сообщил прибывший на место представитель управляющей компании, санитарное состояние всех подъездов в норме. Влажная уборка дезинфицирующими составами производится ежедневно в соответствии с графиком, которые развешены на каждом подъезде дома. Уборщица убирается тоже в соответствии с графиком. В прошлом году во всех четырех подъездах был произведен косметический ремонт и установлены пластиковые окна. В прошлом году они выделили средства и сделали ремонт у себя подъездов. То есть они следят за своим домом, также выполнили замену пластиковых окон в подъездах. То есть содержит общее имущество на надлежащем состоянии. Сейчас мы в четвертом подъезде дома номер 122. Я бы не сказал, что здесь грязно. Вполне себе чисто. Бывают подъезды и похуже. Тем более, как вы видите, санитарная обработка производится. Антон, ты где? Для того, чтобы жильцы этого многоквартирного дома могли обратиться по вопросам состояния подъездов и прилегающей территории, на дверях подъездов указаны номера телефонов. Но подобных вопросов, как накануне во время прямого эфира в Инстаграм, подрядной организации никто не задавал. Заявки фиксируются, записываются фамилия, имя, отчество и номер квартиры, но именно по имени никто не обращался. То есть Антона среди них не было? Нет. Аврора Кузьминична-Зинченко живет в этом доме с 1981 года. Говорит, что до ремонта подъезды действительно были не ахти. У нас чисто, сейчас же ведь такой ремонт сделали. Вот если бы вы зашли бы, вот, когда не было ремонта. Итак, подводим итоги нашего визита на Тихоокеанскую, 122. Я цитирую пользователя, который задавал вопрос мэру нашего города Сергею Кравчуку. Итак, Антон, нижнее подчеркивание, КХВ-27. Почему не проводится санитарная обработка подъездов по улице Тихоокеанская, 122? Как мы сегодня убедились, вполне себе проводится. И второй вопрос. Очень грязные придворовые территории, Тихоокеанская, 122. Ну, вы сами видите, в принципе, не так уж и грязно. Тем более, придворовая территория в этом году будет отремонтирована. Сергей Щербаков, Василий Ермаков. Смотри, Хабаровск. Ну что ж, друзья, призываем вас также обращаться со своими вопросами, не обязательно к мэру, можно и к нам. Действительно, будем помогать вместе разбираться и следить за работой органов местного самоуправления, региональной власти. Ну и если нужно, дальше тоже пойдем. Напомню, номер нашего редакционного WhatsApp, можно также присылать ваше обращение туда, 839-08-42-12-8, ну или можете писать на нашу страничку в Инстаграме. Обязательно будем отвечать и вместе стараться что-то поменять.